Сегодня стартовал чемпионат Европы по мотоболу. В этом году турнир принимает Российская Федерация. Команды съехались в город Ковров Владимирской области. Там же сейчас находится корреспондент телеканала «Видное ТВ» Елена Бабина. Елена, расскажите о первом дне чемпионата. Добрый вечер. Команды-участницы прибыли еще вчера. В этом году за звание чемпионов Европы будут бороться сборные Германии, Франции, Нидерландов, Литвы, Беларуси и России. Российские команды в Коврове уже две недели. Здесь проходили сборы и определялся состав. Из кандидатов были выбраны лучшие из лучших. Елена, можно узнать, кто будет представлять российский мотобол в этом году? Да, конечно. Вратари нашей сборной. Алексей Семенов представляет «Металлург», «Видное», и Алексей Молодушка, «Колос» Ипатова. Капитаном сборной остается Владимир Сосницкий, также видновчанин. В поле Облав Николай, «Колос» Ипатова. Криштоп Иван, «Металлург», «Видное», Децина Роман, Сума Труа, но также он выходец из «Металлурга», Крошка Сергей, «Колос» Ипатова, Гусев Антон, видновчанин, Мыц Геннадий, видновчанин, но сейчас играет за немецкую команду, и Касьянов Анатолий, «Металлург», «Видное». Эти ребята будут бороться за звание чемпионов. У сборной России сегодня есть игры? Да, буквально через несколько минут, вот сейчас только закончилась церемония открытия, россияне будут встречаться с вице-чемпионом, с командой Франции. О результатах игры я расскажу нашим телезрителям уже в завтрашнем выпуске новостей. Спасибо, Елена. Пожелаем удачи спортсменам. Я хочу также обратить внимание жителей Ленинского района, чтобы поддержать российских мотоболистов, возможно, и очно. 11 и 12 августа будет организована поездка на полуфинал и финал чемпионата Европы по мотоболу в город Ковров. Для записи на поездку вы можете позвонить по телефонам 8 498 547 3659 и 8 916 672 49 78.